Такой мерсик. Вроде все хорошо, но не совсем. Сейчас в лампочке посмотрим. Ну, вот что показывает нам лампочка. Вот такие вот красоты. Ну что, я, наверное, пойду пораньше лягу. Завтра же тяжелый день. Иди, вот так. Отдыхай, набирайся. Куча залома. У которых дети и внуки. И которые давно выросли. Не пора ли пожить для себя? Остановочка, граждане. Дальше дорога платная. Шуршит по карманам, готовится проезд. Ну вот. Получилось что? Пробить острые края я пробил, но там под ними какая-то хрень, как ДВП или ДСП. Даже не обешумка. Приклеена насмерть. Чуть-чуть. Вот они, косички остались, но там типа усилитель, не усилитель. Вот. Такая хрень, короче. Ну, хозяин говорит, что хорош. Ну, я возражать не буду. Вот эту вмятину надо поднять. Вот она. Еще чуть-чуть. И здесь еще чуть подпробиться надо. Ну, в общем и целом уже подаккуратилось чуть. Это промежуточный результат. Пока. Ну, успех есть. А бабушка моя вчера сильно расстроилась? А с чего ты взяла? А почему? Вот такая у нас дверка. Ну, потому что это мы спасли шумичку. Мы с тобой спасаем яблоки от вредителей. Дедушка, а кого мы можем спасти яблоки от сами себя? Мы же и есть вредители. Кто тебе такое сказал? Бабушка Валя. Вот такая у нас красота. Вот я тебе предлагаю. Давай совместим полезное с приятным. Будем яблоки собирать. И готовимся к нектару. Клади. Спасибо. Вот. Еще. Нет. Даже не пытались. Закрывашку разбили. Тоже нет. Мы яблоки собрали. Вы же просили. Ну? Ну, молодцы. Это надо забивать. Нет, дедушка Юра, яичница и дотарник. Ой, какой молодец, дедушка Юра. Вот вы подумали, а почему вам не где зарегистрировали машину? Спасибо. Да. Я так подумал, а? Подключайся и пользуйтесь. А что, это она придумала, Лена? Да нет, это же наша такая дорогуша. А чем мы так замораж, Степан? Нужно было деньгами отдать. Вот это все надо пробивать. Вот это вот как бы складка. Да не как бы, а складка. Здесь идет усилитель, и по нем как раз образовалась складка. Если быть точным, там не усилитель, а картонка приклеенная какая-то насмерть. ДВП. Вот по ней как раз вот эта складочка и получилась. Ничего не видно. Экран заливается светом. Удалась вчерашняя свиданница? Сейчас настроимся. Да ладно, расскажу. Ты что рассказывать?
Вот он залом, вот вниз уже более-менее. Обычно, когда вот так вот ничего не было, вот после этого с такой глупой улыбкой по улице и ходят. Да ну вас, бабоньки, пойду я. Вот, глаз видит, а снять? Ага, вот. Вот такая красота тут получается. Ну вот здесь такой получается клапан. Дверь была повреждена. Еще придется повозиться. Там же еще скидки были 70%. Это ж почти даром. Такая вещь. Ты что, Оля? А по двери уже как бы поверху, по кромке. Нажал держ, хочу ли я по цифру-то оняйте? Так я уже более-менее ничего. Ну вот он залом еще виден. И вот этот заломчик еще не сделан. Ну и нижний, конечно. Что за вещи? Такого нет в меню. Шеф, я придумал свое фирменное блюдо. Ну и что здесь? Черный икра, трюфели, мраморная говядина, шафран. Боже мой, это самое дорогое дерьмо, которое я ел в своей жизни. Но без веры мы рискуем остаться в одиночестве. Ты что, плохо-то всем стало? Вторая была бы просроченная, надо было выбросить. Какие смех? У тебя еще впереди.